куда? Куда он едет? Правильно. Вот сейчас он да. Повезло. Деды это как стояли вот на коленках и молились Богу. Думали, что их отпустят. Это. Остались вот раньше сорняки были, и под коленками остались вот колоскуты. Бабушка моя как сидела по юбке, осталась под задницу юбка. И дети... остался этот хвостик. Хвостик, да. Ребенку было 13 месяцев, этот был у коленях. А девочке было 5 лет, та я держала под ручку. И так и сгорели. И не давали, они партизаны ушли в белорусские леса, и не давали им, боялись, что они 3 дня вели бои тут, как бой идет. А потом, значит, это уже стали лисицы, сороки, кости-то растягивать. То есть они не захоронены были? Нет. А потом их вот эти кости, что остались, собрали в бочку. И вот здесь захоронены они. Вот. И то после войны время такое было, что пыхали до самого, некуда уже было. Была мама моя тоже, семья была у партизанов все. И она насладилась, мне, может быть, и 3 года было, тягала меня сюда все время. Тут столько слез пролито. И вот это, уже пашут, все, спахивают. Потом папа взял, огородил эту могилочку. А уже в 67-м году памятник первый поставили. Потом вот в 87-м или в 89-м. И уже развалился, он совсем полностью развалился. Уже у нас не хватило терпения. Мы в этом году пришли сюда на кладбище. Даже его перепыхали, вот тут, а где кости это были. Может, где кости, косточка вся какая. Мне уже все, как знаете, и боль. Памятник вообще был всей разваленный. Ужас. Вот трошку замазали, сколько он простоит. Сначала сын с Костромы приехал, цементу купил, ребят собрал. То есть это вот благодаря вам? Да, благодаря вам мне. Вот и это, вашим детям. Да, вот это тут существует и все. Приехал с Костромы, цемент привез, ведра покупил, первый раз замазал. Вот он 5 лет простоял, и он все стало опять расти. И вот благодаря мне это все, пока я жива, я вот сейчас. Спасибо. Вот, спасибо Мише, Свету. Вот. Так что вот такая. Может быть, благодаря дороге, прессе, дороге, добьется вот, до администрации что-нибудь помогут. Бабушка Спалина, а 2-3 детей везли. Вот одна была 32-го года, сын был с 37-го, и девочка была еще 40-го. И вот сейчас мы подойдем туда. И вот благодаря этому, что их тут полили, и эти 3 остались, а то они сгорели вместе с ними.